Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Таня Захарова. Многие вы меня знаете. Сегодня шестой день, я на воде. Ну, там соки, травы немножко попиваю, но сухой пищи никакой, не вареной никакой, потому что до этого 2 недели я была на сыроедении, то есть овощи сырые, ну, брокколи, огурцы, помидоры, там всякое такое. Но я, прежде чем уйти в пост, я подготовилась. Я пошла на 2 недели на сыроедение. Тем самым мой организм очистился. Вот, и сейчас вот шестой день, я себя нормально чувствую. Ну, конечно, вес ушел, вернее, уходит, потому что, ну, где-то я потеряла сейчас 14 паундов, килограмм 7-8, где-то так вот за эти дни. Ну, спокойно. Так себя чувствую, даже сама не ожидала, я вообще думала, что как бы, ну, я постилась раньше 5 дней, вот, и как бы там разное было. Сейчас уже вот 6 дней сегодня, ну, надеюсь, все будет нормально. Но очень хорошо, что, вы знаете, почувствовала легкость, и мне кажется, что вот такие посты, я просто еще хочу сказать, какая мысль. Дело в том, что мы не должны вот так вот зашлаковывать себя, потому что смотрите, что вы кушаете, что вы едите. Вот эта вся пища, особенно хлеб, я поняла, а я его очень любила, и я просто, ну, вообще не понимала, как можно что-то есть без хлеба, у меня там даже макароны с хлебом были. Зашлаковывает нас капитально, и вот не доводить себя до такого состояния, потому что после ковида начались осложнения, и такие нехорошие. Вот, и хочу сказать, что нужно обязательно раз в неделю поститься. Вот, и вообще брать эти посты, они очень хорошо для того, чтобы очистить свой организм. Вы знаете, да, будет здоровая мама, будут здоровые дети и все вокруг. Так что, ну, вот такое вот, что... Потому что я в последнее время мало постилась. И вот эта проблема, она пришла. Нужно поститься обязательно, потому что во время поста наш организм сам себя излечивает, сам там каждый все эти латаются, где какие погрешности, где какие что-то происходит, какие-то язвочки, все убирается во время поста. И вот за это время я уже себя, ну, я уже почувствовала результат, потому что то, что было со мной раньше, это, ну, вообще, у меня уже такие боли были. После, вот, началось все после ковида этого. Вот, так что такие дела. Ну, посмотрим, я так потихоньку буду периодически выходить. И хочу вас ободрить, потому что Господь с нами. Когда ты с Богом, легче поститься. Пост, молитва, прославление. Вот у нас с утра всегда так целый день ходим. Откровение хорошее Господь дает. Поэтому вот первое мое откровение, я просто хочу всех вас ободрить и как бы вдохновить, что очень легко. Я себя хорошо чувствую, прекрасно. Я хожу на работу, я везде, в принципе. Вот, поэтому так что давайте. Хорошего дня всем. С Богом.